Всем большой привет! Снимаю видео о посылке с сайта iHerb. Заказывала я посылку где-то, наверное, недель две назад, в конце апреля. Сегодня у нас 3 мая. Посылочка дошла примерно за 2 недели, что я очень довольна. Заказывала я несколько продуктов. Сейчас я о них вам расскажу. Вообще, посылку я формировала только ради, в принципе, одного продукта. Нужно было мне приобрести БЦА. Мои БЦА уже закончились, и поэтому нужно было заказать что-либо другое в обмен. БЦА фирмы Optimum Nutrition, которую я пила уже, ну, не знаю, года 3, наверное, стали с ростом курса доллара немножко дороговато для меня, поэтому я решила перейти на более такой подешевле продукт. И почитав отзывы, посмотрев, какие там есть БЦА, пришла к выводу, что вот такой БЦА, сейчас вам покажу, будет самый оптимальный. То есть вот такой. Вот большая баночка, кстати. Здесь у нас объем 1000 грамм, то есть килограмм. БЦА фирмы MRM со вкусом лимонада. Разбудим 3 скупа вот этого БЦА с водой, размешиваем хорошо и до тренировки, после тренировки, во время тренировки пьем вот этот вот БЦА. Не знаю, буду пробовать. Кстати, я не ожидала, что будет такая большая банка. Почему-то, когда я заказывала что-то, почему-то я не обратила внимания на вот объем, что он килограммовый. Было много отзывов по нему, но вот как-то не придала я значения объему этому продукту. Вот, ну, в принципе, объем довольна. Значит, хватит мне надолго его. Тем более, я пью БЦА не каждый день, а только во время тренировки. Что хочу сказать про БЦА. Вообще, это продукт, который очень хорошо восстанавливает мышцы после тренировок. Поэтому, девочки, кто еще не пил и не пьет БЦА, советую. Я уже почти 4 года занимаюсь в тренажерном зале, и без БЦА я вот как без рук. Так, следующий продукт, который как бы уже проверенный мной, это вот такой вот супер коллаген. Он идет 198 грамм в этой банке. Я уже его как-то уже пропила, то есть у меня курс был вот этого супер коллагена. Тоже идет в виде порошочка, разводится с водой и добавляется какой-либо продукт, в котором содержится витамин С. Ну вот, например, можно сок лимона, апельсина, грейпфрута. Вот. Только вот сочетание с витамином С коллаген работает. Для каких целей? Он для волос, для кожи, для ногтей. Вообще, как бы такое очень хорошее средство. Я его пропила один раз, то есть я уже говорила вам, кожа после этого стала нежной, гладкой. То есть я осталась довольна вот этим продуктом. Так, следующее. Заказала вот такой вот мелатонин. Там я покажу. Мелатонин от компании Now. Что такое мелатонин? Это биологически такой активный продукт в капсулах для тех людей, которые плохо засыпают, которые плохо спят. То есть это абсолютно безвредный он, не вызывает привыкания. После его применения на утро не болит голова, она не как чугун еще бывает, утром просыпаешься, как чугун. Хорошее, выспавшееся состояние после мелатонина. Я его не пила, поэтому
говорю как по отзывам тех людей, которые покупали вот эти вот лекарства. Ну, это не лекарство, это БАД, биологическая добавка. И до кучи положила вот такой вот косметический продукт. Это праймер, минеральный праймер от компании Эльф. Перед тем, как нанести макияж, наносим вот это вот чудо-средство, и кожа становится гладкой, бархатистой, без прыщиков, без морщинок. Ну, это и так шутрирую. Но очень хорошее средство для... Ну, не на каждый день его нужно использовать, а вот когда нужно такой, знаете, сделать экспресс-макияж, который... нужно придать коже молодой вид, красоту, куда-то на выход. То есть вот такой, потому что я так думаю, что если для ежедневного применения, он, наверное, будет забивать поры. Вот. Такое гелеобразное вещество. Практически без запаха. Вот я его наношу на кожу. Кожа такая нежная, гладкая становится. Вот, естественно, когда наносишь тональный крем вот на такую гладкую кожу, соответственно, и кожа уже по-другому будет выглядеть. Гладко, естественно, бархатистый, как у младенца. Ну вот, в принципе, и весь мой заказ. Сайт iHerb небольшой, но я думаю, что нужные вещи я себе заказала, нужные продукты. Всем, кому интересно было, ставьте пальчики вверх. Если интересно, подписывайтесь на мой канал. На моем канале выходят не только обзоры, но выходят также и влоги. Также у нас будут видео о предстоящем отпуске. Пока не буду говорить, где мы будем отдыхать. Вот. Ну, в принципе, все. Ладно. Всем спасибо за внимание. Всем пока.